поводу празднования Дня города, есть уже какая-то? Да, есть, значит, у нас по Дню города будет, ну, как 6-7 число, да, 6 это у нас митинг, 7 число это мероприятие на площади, начинаются они с 10 утра, значит, до часа дня у нас там как тяжелая атлетика, жим традиционно, да, у нас фестиваль уличной еды будет с 12 до 15.00. Будет живая улица, все как в принципе традиционно по как все традиционно, да, скажем так. Выступление будет у нас с коллективов славянских с 17.00 на большой сцене. А также уже выступление гостей, это будет Артем Пивоваров, оркестр «Гарного настрою» и Алина Башкина. БК жарить будут? БК нет, будем кабанчик пока. К сожалению, бригада, у нас есть определенная проблема с празднованием города, с тем, что у нас все 7 числа, у нас вся Украина, фактически 70% украинских городов празднуют День города. Не успели мы вписаться, ну... В этом году пожарим кабанчик. Это будет угощать городскую голову. Ну и, соответственно, угощение городской головы. На верте или как-то иначе? На верте.